something more. It's just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me your word. You can keep. You can. Послушайте дыхание стадиона. Это болельщики хозяев приветствуют вышедших на поле игроков. Футболисты явно уверены в себе и, скорее всего, одержат сегодня убедительную победу над соперниками. За это, по крайней мере, говорит расклад сил. Кстати, дыхание стадиона напоминает дыхание дракона, потому что я вижу много факелов на трибуне. Здравствуйте! День настал и час настал. Не настала только минута. Считанные мгновения остаются до того момента, когда судья даст свисток к началу этого интереснейшего матча. Хороший перехват. Жао Перейра. Грамотный перехват. Василий Березуцкий. Жаков. Удар. That was a super ball in. Carlos Martins. João Pereira. Here's Miguel Veloso. And Bruno Gomes. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. Какой грамотный перехват. Какой опасный момент. He couldn't have asked to be in a better position. Атака продолжается. Угловой удар. Очень напряженный момент. Portuguese play with a real attacking style, and many of the current players are already on the list of leading scorers. Yeah, they're a really attractive team to watch. I mean, they play such an entertaining brand of football that can be full of goals. Ismailo. Такие дальние удары бывают очень опасны. Pereira. Miguel Veloso. Первые 45 минут почти подошли к концу, и все еще не выявлен явный, что ли, лидер этого матча. Carlos Martins. Аут. Игрок ведет мяч из-за боковой, как всегда, традиционно, броском в круг из-за головы. Заговорился, что. Жерков. Исмайлов. Перехват. Перерыв. Игроки отправляются в раздевалки. Да, пока игру трудно назвать зрелищной. Чтобы изменить счет, нужно создавать больше голевых моментов. Первые 45 минут матча завершились со счетом 0-0. Неуклюжий пас. Нарушение правил. Штрафной. Игнашевич.
Василий Березуцкий. Загоев. Here's Ismail. Жарков. Brings it back. Игрок подает мяч на фланг, растягивая линию обороны соперника. Отлично играют защитники. Надо начинать все сначала. Перехват. Загоев. Какая несдержанность, какая грубость. Загоев. Перехват. Three options for a pass here. Какой грамотный перехват. Магомеш. The ball given back. Carlos Martins. João Ferreira. Отличный пас. Магомеш. Верно рассчитанная подача. Игрок подает мяч на край. Something that looks so promising as well. That was a big, big letdown. Fabio Quartararo. Хороший перехват. Хороший комбинационный футбол всегда подразумевает активное использование краев. Какой грамотный перехват. И снова пас назад. Куарежма. Магомеш. Ивашевич. Жарков. Нет, этот пас был один слишком небрежно. Защитник вовремя выбил мяч у соперника. И снова мяч уходит на фланг. Комбинирует по всей ширине поля команда. Но разве не красавцы? Какая командная игра в тылу. Лучший футбол сегодня показывает. Чтобы прорвать такую оборону, да, нужно чудо. Загоев. Молниеносный перехват. Очень умно сыграл защитник. João Ferreira. Ай, молодец! Ай, бравушки! Команда не в силах выяснить, кто из них лучше. Что ж, зрители могут еще полчаса быть счастливы наслаждением от этой игры. Напряжение-то не стихает, напряжение-то все возрастает с каждой минутой. И каждая минута может привести. Вы посмотрите, какие резвые команды. Какой первый тайм. Каждый выпад с любой стороны – это вызов для другой. И практически каждый раз соперник отвечает. Ох, загоняют они друг друга во втором тайме. Загоняют. Неплохой перевод мяча на фланг. Выиграл футболист воздух, выиграл касание, дотянулся до мяча. И этого оказалось мало. Oh, the keeper's done exceptionally well that time. It had goal written all over it, but he managed to pull off a wonderful stop. Какой опасный момент. И удар от ворот. Удар к воротам. Игрок забивает гол. One goal to nil. He timed his run excellently. Well, of course, it's an open question. Track the ball or track the run. In the end, they managed neither.
Очень четкий перехват. Мяч в безопасности за этим парнем. Итак, впереди второй тайм, и не нужно быть прорицателем, чтобы понять, у какой из команд большие шансы на победу. Если честно, в центре поля футболистам делать нечего. Разыграли мяч и пошли к воротам тихонечко, тихонечко, а они только там и обретаются. Ну, за редким исключением. Штрафной удар, но вряд ли рефери забудет нарушителя правил. Хороший перехват. Мяч пересек боковую линию. Это выбрасывание. Нет, ну матч, конечно, безнадежен. Но очень означает, что нужно сложить руки. Загоев. Игра переходит на фланг. И наконец-то матч заканчивается. В старину говорили, счета нет, но он есть. Василий, спасибо за вашу работу. Послушайте дыхание стадиона. Это болельщики хозяев приветствуют высших на поле игроков. Футболисты явно уверены в себе и, скорее всего, одержат сегодня убедительных военных соперников. И за это, по крайней мере, говорит расклад сил. Кстати, дыхание стадиона напоминает дыхание дракона, потому что я вижу много факелов на трибунах. И здравствуйте! День настал, и час настал, не настала только минута. Считанные мгновения остаются до того момента, когда судья даст свисток к началу этого интереснейшего матча. Действительно красивый пас. Игрок наносит отличный удар. Да, офсайд. В защите просто повезло. За их спиной было очень много свободного пространства. Просто атакующие чуть поспешили. Перехват. Василий Березуцкий. Игнашевич. Зырянов. Такой грамотный перехват. Хороший перехват. Зырянов. Так, здесь у нас вбрасывание. Мяч летит на фланг. Была попытка обострить игру у ворот соперника, но она закончилась.
That's when it becomes the loneliest place in the world for a goalkeeper. When you mess up for your team and there's nowhere to hide. Команда вводит мяч из аута. Амитков. Ну вот, полчаса смотрим. Он замечательно контролирует мяч. Аршавин. Павличенко. Игрок отдает мяч на край. Прямо от его лба. Somehow he conjured up an effort there. It certainly took some skill to get that shot through the defence. And another day, he might have got lucky. Anikov. Хорошая идея. Хорошая защита. Да, нужна была команде передышка. Пас, класс. Мяч на фланге. Хорошая защита. Ну что ж, в первом тайме превосходно выступили обе команды. Перерыв. Но объясните мне, кто способен изменить ситуацию во втором тайме этого матча? Соперник явно раздавлен. Никакие установки не помогут. Команда на кураже и готова сразиться не хоть с чертом. Не слишком много голов забито в первом тайме. Я бы даже сказал, мало голов. Один гол. Один ноль. It's a long run, this one. Он был обязан остановить нападающего. Пас на фланг. Команда пытается растянуть линию обороны. Defenders are supposed to be able to deal with those aerial duels, but because they react to the striker's movement, if the delivery is good, they just can't stop it. Грамотный перехват. Роджер Герреро. Мне такое впечатление, Василий, что игроки слишком напряжены. Мне кажется, трибуны вместо того, чтобы поддерживать, давят на них. Может что-то поменять. Вся команда принимает участие в обороне. Главное не прижиматься к воротам. Good time.
перехват. Такая защита выглядит абсолютно неприступной. Они у тренера прям по струнке ходят. Вон как играют. Хороший комбинационный футбол всегда подразумевает активное использование краев. Аршавин. Прекрасную игру демонстрирует сегодня этот футболист. Правильно, не надо бояться длинных переводов. Мяч в ворота. That's a volley to Saber. Such a good volley to Skimble. Once that ball arrived from the left flank, there was nothing else in his mind. Технический брак. Загоев. Такие передачи резко могут ускорить игру. Смотрите, как огорчен нападающий этим промахом. Звучит свисток арбитра. Фантастический матч. Какая игра. Матч окончен. Победа команды и выход в финал. Игроки окрылены успехом. Хочу выразить слова благодарности моему коллеге, всем болельщикам, просто любителям футбола, смотревшим сегодня этот великолепный матч. Ну и маме моей спасибо, что родила меня и дала мне такую возможность. Спасибо, мама. Играйте в футбол. Поздравляю вас! Свершилось то, чего мы все так долго ждали. Финал Кубка. Если мы чего-то ждем сильнее, чем самого финала, то, наверное, это момент, когда одна из команд все-таки поднимет его над головой. Удивительное соревнование Кубок. Мы же помним
наизусть практически всех. Я думаю, для некоторых игроков вручение капитанской повязки — большая честь. И кого-то подобная ответственность может просто раздавить. Но другие в этом статусе раскрываются и преуспевают. И вот этот вот парень относится к последним, я думаю. Совершенно точно. Последнее время находится в прекрасной форме этот игрок. Окажись я на месте его соперников, не дай бог, конечно, я бы глаз с него не спускал, потому что это реально любовь. Дар головой. И счет на табло меняется. Конечно, угловой — это шанс, ведь можно занять выгодную позицию. В такой ситуации они всегда ведут розыгрыш до победного. Вот опасный момент. Я думаю, для вас очевидно, что голкипер смог взять этот мяч благодаря удачной позиции в воротах. Умница. Билбейн. 14 минут идет этот матч. Билбейн. Магидит. Мяч легко отобран у противника. Ну, что дальше? Закоев. И снова пас назад. Хороший перехват. Нарушение правил. Штрафной. На зубах, на характере мяч перехвачен. Он знал. Юбей. Сейчас будет бросать мяч. Какой грамотный перехват. Билбейн. Очень напряженный первый тайм. Богат ли он был событиями, судите сами, но эмоциями был очень богат. И вот уже близок перерыв. Атака продолжается. Неудачный пас. Мне кажется, они боятся вратарей сегодня. Перерыв. Игроки отправляются в раздевалки. К сожалению, игра практически все время ведется в центре поля. Странное противостояние. Нужно, чтобы одна из команд взяла инициативу в свои руки. В первом тайме голов немного. Счет 1-0. Хотелось бы, конечно, оценивать матч целиком, как произведение искусства, а не рассматривать его в лупу, частями. Но пока
ничего определенного сказать нельзя. Если лидирующая по статистическим показателям команда не прибавит в атаке, неопределенность будет символом сегодняшней игры. Молодец, вратарь чувствует игру, удачно выбирает положение в воротах и, конечно же, показывает высший класс. Мяч перехвачен. Все идет как надо. Мяч выкатывается за линию. Удар от ворот. Василий Березовский. Какой грамотный перехват. Мне кажется, они боятся вратарей сегодня. Хороший перехват. Очень неудачный удар. Команде пока не удается спасти его. В последнее время эти нападающие показывают отличную игру. Если сегодня они выступят не хуже, мы можем рассчитывать на такую связку славных голиков. Да я тоже не удивлюсь, если сразу несколько мячей влетит в ворота соперника. Потому что как-то у них так все живо получается. Как в цирке. Аут. Игрок ведет мяч из-за боковой. Как всегда, традиционно броском рук из-за головы. Заговорился. Анюков. Дела. Не одна замена, сразу две. Решительный парень этот тренер. Тренер решил менять этого игрока. Как-то нужно в обороне пограмотнее действовать. Шавин. Ну что, сил у всех осталось мало. Посмотрим, у кого лучше с нервами. Игра шла фактически в одни ворота, и я боюсь, что каких-то перемен нам ждать уже не приходится. Загоев. Василий Березовский. Анюков. Перехват. Арбитр сигналит об окончании матча. Если исходить из того, что самое красивое в футболе счет на табло, то мы наблюдали за ходом очень красивого матча. Звучит свисток арбитра, и победители становятся чемпионами лиги. Да, эта победа возводит их на вершину славы. Как много классических ситуаций складывается в последнее время на поле. Вот такая ситуация называется злой рок. Мы старались забить, но мяч не шел в ворота. Так будут говорить футболисты. А ведь это не рок, ребята. Это игра, считавшаяся аутсайдером, ликует и празднует победу. И никто не ожидал такого результата. Никто. Игра потрясающая. Спасибо Василию Соловьеву за его ценные и своевременные реплики. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Играйте в футбол.